Дорогие друзья, всем привет! Сегодня обзор покупок из моего любимого магазина из фикс-прайса. И первое, о чем я хочу сказать, это Пемос. Наш любимый гель, для многих любимый гель для стирки. Универсальный, по цене 99 рублей. Рядом стояла упаковка, красная упаковка с лаской, но там-то объем 1 литр, а здесь объем 1 литр 300 миллилитров по одной и той же цене. Поэтому я выбрала Пемос. Пемос мне очень нравится. Хорошо отстирывает, у него приятный запах, не нужно никакого кондиционера. Ну, то есть, просто прелесть. Я очень довольна им и буду периодически брать. Дальше мне в школу, на работу мне нужны маркеры для моей доски. И вот за 50 рублей 6 штук маркеров для всех поверхностей. Бумага, картон, стекло и пластик. Яркие цвета. Вот здесь фиолетовый, красный и черный. Для работы. По цене 50 рублей. Дальше, наконец-то я нашла вот такие вот замечательные магниты. Для записи на холодильник 3 штуки с фломастером. Мне очень понравилось. Я у многих девчат видела на канале. И в использовании очень удобно. На самом деле, вот Светлана Маркелова подсказала способ использования, когда вот на холодильник вешаешь, вот закончился какой-то продукт, и тут же ты записал на поверхности. И таким образом формируется список нужных продуктов. Прям очень чудесная идея, мне очень понравилась. Следующая моя покупка – это вот такой вот чудо-блокнот. Всего за 25 рублей. У него вот такая вот здесь вот твердая обложка. Прекрасно выглядит. Замечательные вот такие вот листочки. Вот просто прелесть. Такое вот замечательное оформление. И всего 25 рублей. Мне нужно, опять же таки, для работы. Буду с удовольствием пользоваться. Опять для работы. Это вот я сил никаких нет. Еще полтора раза зарплату получила. Вернее, один раз зарплату получила. А столько денег уже потратила на свою работу. Вот такие вот нитки. Набор ниток вязальных. Пион 2 штуки. 50 грамм 200 метров. Для чего они мне нужны? Для дел производства. Вот у нас все бумаги, вот все наши планирования, все документы, все прошиваются, нумеруются страницы. Короче, вот у нас с этим делом строго. И вот эти нитки нужны как раз мне для того, чтобы осуществлять прошивание листов. Так что вот 55 рублей опять отнесла на работу. Следующая покупка. Такая милота. Так мне это дело понравилось. Люблю я это вот очень и очень. За 77 рублей купила я вот такое замечательное на кухню себе чудо полотенце. Вот такое вот милое. Расцветка такая богатая, красивая. Вот просто прелесть. Вот оно такое вот. Сейчас скажу, какой размер у него. Это полотенце из микрофибры. Размер у него 38 на 63 сантиметра. Хороший такой замечательный вот размер. Птичка, чашечка, цветочки. Просто прелесть. Для ребенка. Для ребенка за 55 рублей купила вот такую вот игру-головоломку. Ну или же объемный конструктор мозаика. Здесь 22 детали. Можно докупать и строить уже всякие разные интересные машинки, или вот я видела, там какие-то домики строят. Ну, у кого как фантазия работает. Дальше докупаешь, объем, количество штук растет, и, соответственно, усложняется тип фигур, которые можно из них построить. Чудесная игрушка для развития ребенка. Я думаю, Ваня будет счастлив. Следующую покупку, которую я совершила, не знаю, конечно, как сказать и как к этому относиться. Это вот такая вот туалетная вода Light Breeze 17 миллилитров. Написано, что Made in England, английская якобы. Вот так это все выглядит. Легкий такой запах, быстро выветривается. Ну, на мой взгляд, конечно, больше похоже на освежитель воздуха, нежели это какая-то там вода, туалетные или духи. Но я на работу возьму, все на работу. На работе все пригодится. Так что вот такая вот покупка. За 50 рублей. Так, ну и последнее, что я хочу показать. Наконец-то я нашла для себя вот такая вот
коробка, контейнер для хранения порошка стирального. Вот у него такая вот крышка. Вот так вот открывается. Вот. На 6 литров. Вот. Объем 6 литров. Произведено в России. Что радует очень и очень. По цене 77 рублей. Так что вот такие вот чудесные покупки я совершила в своем любимом магазине Fix Price. Дорогие друзья, на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если вам не понравилось, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Вот таким чудесным образом я расположила магнитики на холодильник. Уже написала купить молоко, сыр, сосиски. Но послание любимым я еще не придумала, что им послать. И вот список дел на сегодня. Гладить белье, запустить стирку. Вот так вот фломастер снимается и вот так же прикрепляется на холодильник. Вот эта вот поверхность для того, чтобы стереть то, что написала. Вот. Прелесть просто вообще. Классная штука, мне очень нравится. Пишу. Да, Ваня, пишу. Ой, какая красота. Ой. Красота. Вот такое замечательное полотенце. Ой, такое оно нарядное и красивое. Вот вообще просто прелесть. Ваня, вот такой Ваня. А, ты Ваня, машинка, да. Вот у Вани. О, мама Ваня купила, да. Ты? Я купила, играй. Вот, прелесть. Я обожаю полотенчики, такие яркие, нарядные. Просто прелесть. Вот он у меня повисит здесь немножечко, прежде чем я начну им вытирать посуду. Это Андрей. Красота.